Так, сейчас смотрим, как мы должны проехать эту развязку, этот перекресток. То есть по логике мы должны ехать прямо. Вот сюда. Проехать, ну, вступить дорогу встречным. Проехать через рынок. Еще раз уступить, сделав опасный маневр, чтобы никого не было сзади, и выехать обратно на трассу. Мне кажется, это совсем нелогично, но по правилам.